И пока не забыл, вот, короче, шпонная резина. Это та утырочка, на котором мы будем кататься на выходных. Шипованная она простыми шурупами. Вот. Вот внутри. Внутри я сделал ее... Какую-нибудь хрень, короче, положу, чтобы шурупы не прокололи камеру. Я где-то уже тут камеру купил. Сейчас найду. Так. Что-то нету. А, вот. Камеру уже купил. Осталось только ложить ее туда. И поставить колесо на тырчик. И уже на выходных можно будет покататься. А, да. Хотел посоветовать, не берите вот это говно китайского хрена, короче. Ломается через год китайские телефоны. Айфоны эти дебильные. Прошел год, он сломался. Не работает экран. Ну, копия, конечно, офигенная. Но качество у нее так себе. Все соответствует оригиналу. Все кнопочки. Симка такая же даже вставляется. Лайтинг тоже такой же. Где-то он там валяется. А, вот он. Сейчас, подождите. Опа. Вот лайтинг. Вспышка работает, не видно. Ну, хрен с ним. Вот, не берите, короче, эту хрень. Сейчас сниму. Ну, это я буду снимать тоже, как мы будем кататься. Сейчас сниму. Ладно, хрен с ним.